Этот видосик я решил построить так. Вот я собираюсь поехать в Ростов. Это будет примерно 150 километров туда, 150 километров обратно. И на основании вот видео из регистратора и прочих моих остановок я там кое-что разъясню, поясню и так далее. На машине очень удобный багажник. Легко и просто сюда класть вещи, доставать их. Довольно-таки просторный. Кстати, работа присосок на багажнике. Все, присосало. Машине идет 22-й год. Как работают присоски? Присосала. Или доводчики? Есть. Фары отполировали, закатали у броню. Доводчик водительской двери. Кстати, какой-то доводчик ремонтировали. По-моему, доводчик водительской двери. Все остальные работают сами по себе. Ну что еще? Посмотрим салон. Салончик вы видите. Кожа. Можно так сказать, ничуть не износилась. Кнопки установки под себя. Довольно-таки просторно. Потому что дочка с внуком предпочитает в Ростов. Это 150 километров от Каменска до Ростова. Ездить на этой машине. Джип не хотят. Нажали. Все эти штуки положили. Еще разочек закрыли. Опа! И все. Камеру заднего вида сам ставил. Как некоторые говорят, карта дверей. И очень интересная штучка. Это вот эта вот. Зацепка. Раз. И вот это вот. То есть... затеняет. Хоть вручную, но зато работает. Вот так. Все. Все надо аккуратно делать. Но все нормально. Диван массажируется. Здесь у нас еще. Я уже показывал. Вот это пульты всякие. Вот это. Холодильник. Холодильник, кстати, работает. По-моему, вот это здесь тоже холодильник второй. Все это работает.
массаж такой, дробежит, будь здоров. Поднимается автоматически, автоматически. Шторка задняя также поднимается. Алькантара, люк. Люблю машину с люками. Итак, мое путешествие, вернее, путешествие меня, жены, дочки и внука начинается. Выезжаем из гаража и берем курс на Ростов. Ну, вначале будут с регистратора видео, посмотрите, что, что и как. Пришлось ехать в объезд, потому что там пробка была. Ну, немножечко поедемся по городу, чуть-чуть. И дальше слушайте музыку и смотрите в регистратор, как машинка ведет себя, как она едет.
мне пришлось переозвучить, потому что был ветер и звук плохой был. Кстати, вот здесь был ужасный пожар. И вот мужчина, который загасил свой дом, вот этот как раз, вот он с крыши его поливал. Итак, пробег 150 километров совершен, и мы наблюдаем за машиной, что, что, как. Смотрим тут внешнее состояние, лакокрасочное тут покрытие. Показываю на зеркало, а вот это зеркало при сдаче назад машины, оно не опускается, там что-то немножко поломалось. Ну, потом оно начинает работать, то есть то ли какие-то шестеренки у него сточились, часть, а другая часть нет, прокрутится и работает. Показываю на диск, там ржавчиной поедено, что-то такое ржавеет. Часть дисков я брал абсолютно, вернее, два диска брал абсолютно новые, они великолепно сохранились, а другие старенькие, родные, к сожалению, поела коррозия, ну, слегонца. Думаю, что-то там сделать, но посмотрим, что и как. Так, что тут у нас? Был очередной, так сказать, ремонт коробки передач. Значит, машина на подъемнике, это как раз коробку передач, можно так сказать, регулировали, спустили масло, залили, поездили, потом опять еще разок масло убрали, ну буквально таки через там 500, допустим, километров, может быть 1000 километров, и машина стала намного лучше ездить, она там не дергалась. Ну вот смотрим, как она выглядит в ростовском дворе. Да, это я рассказываю про лобовое стекло. Мне очень нравится. Несколько раз цокнул камень, все это дело держится. Но вот через некоторое время, после того, как его вклеили, оно начало подтекать вот с этой стойки ближней. Попросил его, чтобы заменили, но никто что-то не отважился заменить. Ну, потом все-таки, хотя бы, говорю, промажьте герметиком, промазали, подклеили, и более-менее стало держать воду, не так пропускать, хотя и пропускает, но не так, как это было раньше. Ну что, дальше смотрим, что тут я рассказываю. Внешнее покрытие какое. Люк работает. Состояние лакокрасочного покрытия вы видите. Вот с этой стороны, я думал, лакокрасочное покрытие стало отходить. Оказывается, здесь имеется какая-то специальная вклейка, которую можно вообще-то заменить. Да и она будет нормально дальше, как ни в чем не бывало, работать. Вот. Здесь как раз я нащупал вот такие вот бороздочки, видите, вот две, одна и другая. И как раз там, по-моему, какая-то наклейка есть такая. Потому что уже японцы поняли, что там ногтями корябают. И заранее сделали такую вещь, чтобы этого не происходило. Вот я тут все чухаю. И так, и сяк. Думал, что на всех этих подручками нет. Она действительно подручками у всех, но только на водительской двери произошла вот такая вот штучка. Вот я пробую, как и что. Вот она, это раковина. Ну ничего страшного, я думаю, сделаем. Заменили вот этот керхер. Он там что-то поломался. Ну, пластмасска раз с это самое. Карта дверная, видите, все в порядке, все работает. Очень удобное расположение. А это как раз вот
химию там, химчистка была, и тут часть стерли вот это вот черного покрытия, вот эту стучу по нему. А это вот серебристое, это как раз то, что под ним было. Очень удобно открывается вот этот вот ящичек, можно так сказать. Что еще сказать, это то, что качество материала великолепное. Вот у меня был GX470. У того пластмасса полопалась. Это сейчас я показываю вам коврики. Видите, я специально купил коврики Lexus. Праздничные, можно так сказать. Но вот эти вот покрытием покрыл. Это еще от прежних хозяев мне досталось. Очень хорошее покрытие. Знаете, такой коврик эластичный, мягенький. Это смотрим. Что у нас в моторном отсеке? Я заменил вот эти вот упоры. Износились. Заменил, как раз подходят там слады какой-то там. Практически точь-в-точь. Но не быстро износились. Взял эти упоры контрактные. Ничего, работают, ну, практически новые, наверное, с Цельсиора. Ну, вот показываю моторный отсек, что, что. Заменили свечи, кстати, со свечами была, так сказать, проблема. Я пропустил, машина, знаете, надежно ездит и ездит, как ни в чем не бывало. А чувствую, расход что-то стал увеличиваться, бензина. И когда, так сказать, посмотрели более внимательно, оказывается, давным-давно надо поменять свечи. Вот эта вот коробка для фильтра, тут ее ушки пообламывали все эти, здесь вот обломилось, возможно, от старости, возможно, скорее всего, от ремонтеров, которые так вот, знаете, варварски поступают. Раз-раз, клац-клац, эти клипсы. С этими клипсами вообще проблема. Как-то какой-то ремонт, все это дело надо смотреть. Немножко машина стала есть масло. Ну, примерно, наверное, литрушечку на 10 тысяч километров. Ну, вот, показал моторный отсек. Это здесь было. Смотрим на зазоры. Вот такие зазоры между в крыльях, несколько большеватый, тут лучше зазор, но это из-за того, что была авария когда-то давным-давно, не в мою бытность, я уже ее, так сказать, приобрел. Ну вот небольшой зазор, там есть небольшая разница, но если не присматриваться, все нормально. Заменил, кстати, я фары, вот эти вот, вернее, подфарники. Фары сами по себе были отполированы, закатаны в броню. Дверная карта, как вы видите, великолепна. Да, все великолепно, все работает. Я добился того, чтобы все работает, хотя и есть кое-какие проблемчики. Еще раз скажу, очень удобно, вон динамик там, все это там такое. Руль выходит, включаем мотор, бесключевой доступ. Ну, вот так вот ключ в кармане, включаешь и пошло-поехало. Все закрыто. Угу. Сейчас придет супруга, и мы отправимся на новую дистанцию 150 километров. Итого будет 300. Люк работает, как вы видите, и поднимается, и опускается. То есть все основное работает. Да и основное второстепенное. Вот как это все выглядит. Я еще говорю, что в машине есть все, что надо, именно для того, чтобы ехать. Излишества какие-то в виде электроники, в виде там этих экранов, чтобы этот кинотеатр какой-то устроили у себя в машине, такого нету. Это по Ростову поехали, мимо водоканала. Ну, кстати, начинается дорога назад, едем по трассе. Более-менее проскочили нормально, хотя намечаются пробки, ну как-то Бог миловал, проскочили и туда, и назад. А так попали в раз
совсем недавно в 5-часовую пробку. И самое интересное, навигатор. Он постоянно показывает, что 2 часа, 2 часа. Прошло 2 часа, мы стоим, прошло еще 2 часа. А мы стоим, и все, все, все. Ну, вот здесь вы можете посмотреть, как машина едет, как она, так сказать, держит дорогу, как она ускоряется. Ну, можете отметить и мои водительские навыки любителя лексусов, старичков. Вот, это мы как раз аютинский этот ДПС проехали, пост. И берем курс далее. Я беру, ускоряясь. Машина очень, вот вы можете судить, машина ускоряется плавно, что говорит о хорошей, на мой взгляд, работе коробки, автоматической коробки передач, без рывков, без всяких яких. Но для этого пришлось 2 раза поменять, почистить ее и поменять вот это вот масло в ней. Первый раз, как бы сказать, она собрала, вылили, еще разок почистили, залили, герметиком помазали, потому что что-то там прокладка не подошла. И вот, все стало нормально, ездим. Ну, такое впечатление, как будто ты плывешь на какой-то яхте. Особенно, когда хорошая дорога. Музыка играет. Марк Левинсон. Это музыкальная система. Особенно хорошо. Да сейчас вообще радиостанции нормально транслируют практически по всей дороге. Там авторадио слушаешь. У себя в городе я слушаю Монте-Карло. Вот. А так лучше всего, конечно, играет CD-диск. Ну, CD-диск что-то там, скорее всего, рассохлось, поломалось. И магнитола тоже что-то там такое, вообще и особо не пользовались. Но самый лучший диск был, звук с CD-диском. Сейчас хорошо транслируют и радиостанции. Вот. Если сравнивать белую машину, о которой я буду рассказывать, LX570, и там музыка получше, конечно, акустические эти все системы, хотя тоже Марк Левинсон. Ну, сколько мы тут, я быстро не гоняю, 115, 116, 117, можно придавить будет быстрее, 125, 126, 127, 8. Приятно ехать, одним словом, не колышет. Шума особо нету, спокойно разговариваешь. И дальше едем. Конечно, за машиной надо следить, своевременно вкладывать, вот, чтобы не было таких пропусков. Меняем. Кстати, я заказал на очередное ТО на 340 тысяч километров все эти там расходные материалы, масло, фильтра. В этой машине где-то 4 салонных фильтра. Один фильтр салонный — это общий. 2 маленьких фильтра под водительским и пассажирским сиденьем. И еще один на заднем это диван. В машине холодильник, по-моему, даже вот этот перчаточный ящик, что впереди, он тоже это охлаждается, как-то так раз руку туда совал, особенно летом. Ага, да, действительно, что-то там так работает. Либо же еще можно включить. Единственное, что что-то тут у меня непонятно стало, это когда открываешь двери,
ну, допустим, водительское, зажигается в салоне свет центральный там. Сейчас что-то он перестал как-то зажигаться и также тушиться, вот что-то, или он, вернее, зажигается, не тушится, но что-то там такое. И так я переключил, и сяк переключил. Некоторые говорят, якобы концевик какой-то в дверях что-то там отвалился. Ну ладно, посмотрим. Дело в том, что вот, допустим, какие-то мелочи есть. Вот, например, как перегорели лампочки, которые освещают задний номер. И для того, чтобы их заменить, ну, это целая проблема. Вот, то все надо, знаете, вот, за мелочевку мало кто берется из этих ремонтеров. Ну, все-таки находим, все-таки не упрашиваем, ну, с пониманием относятся. Приехали в помпончики, сейчас покушаем. Кстати, мне нравятся помпончики, какой-то такой борщ нормальный. Все, поехали. И вот родной город Камень-Шахтинский. Здесь я родился и прожил 70 лет уже. Все, мы едем по городу, заехали в город. Это вот как раз пит-стоп справа, это тут такая клумба слева. А это вот мы подъехали уже на улице Лермонтова 40, где гараж, где я живу. И заезжаем в гараж. Вот сюда заехали. Два гаража. Второй гараж это будет под Белиша. Ну а Белише будет отдельный разговорчик. Вот. Ну, приехали. Фары автоматически, естественно, включаются. Ну что, заехали домой, в конце концов. Дали практически 300 километров. Можете посмотреть, как фарцы горят здесь. Как машинка работает. Да, заодно сейчас открою, как она там работает. Совсем недавно... Ага, стопарики. А, видите, как эти две лампочки, они перегорели, но. О, желтенькие, все как положено. Камеру я вставил. Так, что тут у нас имеется? Что у нас имеется, так, это мы берем, это мы закрываем. Что я вам хочу еще показать, моторный отсек, сейчас мы его посмотрим по-другому. Опа! Знатоки, посмотрите, что там с мотором, как вам? Опа, видите, как открылось. Моторчик шепчет, крутится, вертится, тепло, жидкости на месте, подлить. Да? Что вы скажете по поводу или без повода? Далее. Итак, мы с вами пробежали.
Мы с вами практически пробежали, я не с самого начала. 300 километров. 300 километров сегодня. Можно посмотреть, что тут у нас. Еще бензина на 200 километров. Значит, 12,1 литров на 100 километров. Такой расход был. Мгновенный, это мгновенный. И вот, я так понимаю, вот этот вот основной. 11,1 литра на 100 километров. Есть такое дело, да? Температура 15 градусов за бортом. За бортом сколько проехали. Время. Еще что-то там такое. То есть, вот этими штучками управляя, можно тут многое сделать. Что бы я вам особо хотел показать, рассказать. Это вот эти вот подлепесточки. Это увеличение громкости, это уменьшение. Едешь так, знаете, пальчиками раз. Это переключение между там станциями. Между диском, магнитофоном и радиостанциями. Это у нас как раз сейчас все это дело. Рециркуляция идет авто. Что можно еще? Нажать на такую штучку. Там дисплей, информация и прочее, прочее. Я тут особо не лазю. Просто не лазю. Ага, ладно. Это само погаснет. Так, это автоматически поддерживает. Да, что вот важно, что важно. И сейчас мы с вами смотрим вот так вот. Я как работает коробка передач. Ну, я человек такой неискушенный в этом деле. Но тем не менее, она раньше так била, ты знаешь, такая переключает, она такая джин-джин туда. То есть насколько она мягко переключает. Ну вот задняя. Вы слышали, дрыгнулась она или не дрыгнулась? Передняя слегка дрыгнулась, да? Опять задняя. Опять передняя. Паркинг. То есть это важный момент, который показывает, насколько без пинания, рывков и прочего, прочих толчков коробка передач переключается. Отопление, подогрев сидений работает как у меня, так и у пассажира. Кожа, видите, какая. Отечница работает. Немножечко тут стерлась, но сделали. Опля. Так, открываем. Вот тут что-то надо сделать, чтобы оно включалось. Что именно сделать, я что-то не знаю. Раньше там раз, и оно погасло. Так, ну вот это off, да? Это off. Не знаю, что тут надо включить. Что тут надо включить, что тут надо выключить. Что-то перестало работать. Так что это у нас впереди. Разберемся с этим делом. Разберемся. Люк я вам уже показал. Коробку я вам показал. Вот. Такое впечатление, что-то у меня создается. Или это излишнее. Какой-то, как бы сказать, ну, то ли гул, то ли вибрация. Но на самом деле еле, так сказать, ощутимое. Но так как я постоянно езжу, я вот как бы сижу на измене. Что это может быть такое? Но на самом деле машина едет нормально. Все тут на кнопочках, сюда нажимаешь, вода брызжет, не хочу сейчас брызгать, чтобы стекло не это. Кстати, стекло держит,
Два раза уже камни прилетали. Все нормально. Поворотник. Круиз-контроль. Так. Ну, отсюда можете посмотреть назад. Отсюда можете посмотреть наперед. Ну что, выключаем. Все выключается вот таким вот образом. А! Да, кстати, все очень удобно расположено под рукой. Открываешь. Сработал доводчик. Здесь стекла, все стекла работают. Допустим, отсюда я только раз. Пошло. Пошло. Нажал. Все это дело закрылось. Отлично работает. Значит, что я еще сделал? Вот эти вот штучки у меня отпадали. Видите? Сказал, чтоб как-то сделали. Сделали нормальное, чтоб все было. Далее, вот этот вот стопарь. Вот этот стопарь только с той стороны болтался. Подклеили. Ну что, выключим машину. Выключается машина, да? Все свернулось. А руль уехал. Вот так вот работают доводчики. Так что, чтобы еще сказать, это надежность и качество отделки. Вот практически электрическая часть, за исключением некоторых вещей, там, допустим, стопорей сзади там и в багажнике, но там, скорее всего, до меня была авария, и, так сказать, ее подшаманили и быстренько сдыхали. И сдыхали как раз попался я. Ну вот. И с этой проблемой столкнулся, доделал. Значит, у джипа вот эта вот штучка. Вот эта штучка. Она перестала. Ну, это как называется? Вот так держать, да? Вот так держать. Она начала трещать, и пришлось ее заменить. Здесь же все нормально. Материальчики, смотрите, вот резиночка. Можно сказать, по-моему, она даже родная, эта резиночка. Вот она, вставочка. Вот уплотнение. То есть практически все это родное. Качество материалов, ну, можно сказать, великолепное. В отличие от современных машин. Расход бензина я вам показал. Как едет, ну, возьмем с этого самого, с регистратора. Может быть, я еще на ней проеду. Может быть, если я успею, сделаю ТО на 340 тысяч километров. Сейчас куплю разного рода расходный материал. Да, вот еще какая проблема была, когда стекло заменили, не работал датчик дождя, пришлось другой датчик взять дождя. Он оказался не таким корректным, как тот, почему-то. Но тем не менее, вернее, тот вышел вообще из строя почему-то. Более-менее все нормально так работает. Так. Ну, на этом пока и прервемся. Ага. Ворота закроем. И отдохнем.
кожа великолепная. Динамики также отличные звуки. Пепельницы разные тут открывают, закрывают. Интересно, тут свет загорается, видите? Когда это? Когда дверь закрыта, все, естественно, погасло. Что бы я хотел сказать, это, знаете, вот в этой машине есть все, что нужно для езды. Без особых там излишеств, без больших каких-то там мониторов, чтобы вы там фильмы смотрели. Вот то, что надо. И она едет и едет. И это радует. Вот видите. Горит, горит. Вот она. А там погас. Здесь зажегся плафончик. Видите, когда дверь открыта. Надо выяснить, почему там такое. Так. Забираем машинки внука. Здесь идет вот обдув задний. Видите, сколько места. Разваливайся. Ну, очень и очень и очень. Кстати, вот видите, вот это называется с памятью сидушки. То есть не просто сидушки, тут и шефы раньше вроде как ездили. Я бы сам с удовольствием ездил на место шефа, но ничего. И вот они, память. Как здесь, так и там. Кстати, а у пассажира есть? Опа! Доводчик довел. А здесь нету. Здесь ездит, так сказать, обслуживающий персонал. Ему не положено что-то там такое менять. Ну и вот еще отсюда посмотрите, видочек такой хороший. То есть вы видели, руль выезжает туда-сюда. Зеркала слаживаются. И это очень хорошо. Работа доводчика. Все. Что посмотрим дальше.